войну. Подождите, они хотели построить... Они построить перед больницей. Но, в принципе, мы понимаете, что мы особо тут же этот самый... А вот это вот собралось где-то население вот этого улиц. 200-300 человек. Я вам говорю, что бабушки волокли эти блоки чуть ли не сами этот самый. Но так потом же ж выясняли это. Они ж потом, по-моему, двух или этот самый человек все-таки посадили особо активных. Люди по 2-3 дня отсидели в этот самый подвале. Население само конечно, ликвидировало этот блок. Ну да, 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 растащили, это был этот самый. Они, конечно, не этот самый, но они же понимали, вы же понимаете, что это и нашей бы больнице, и близлежащим домам все, у нас бы вообще бы ничего бы не осталось, конечно. Ну как я говорю, если бы вы видели, как это растаскивалось, это был кошмар. И были в основном женщины. Это было на эмоциях, на этих, никто не боялся, они тут и воздух стреляли, и все, а бабушки бегали, этот самый категорически, я же вам говорю, они утащили, они эти блоки туда оттащили, этот самый, все, вытащили в поле.